Поджелудочная вся в жиру. Что делать? Избавьтесь от жира. Ну, возможно, там не только поджелудочная в жиру. Вот, может быть, там и печень в жиру, и все остальные другие органы, да. Поэтому, ну, худейте. Даже, наверное, неправильно сказать худейте. Правильно сказать, корректируйте питание, приведите в порядок свое питание. Вот, если у вас в порядке питания, у вас в порядке пищеварения. Если в порядке пищеварения, то жир особо нигде откладываться не будет. Вот, соответственно, посмотрите, что вы кушаете. Уберите сахар, это первое. Уберите глютен, это пшеница, рожь, ячмень, овес. Да, и все, что из них сделано. Всю муку уберите. Вот. Кушайте свежие фрукты, овощи, кушайте гречку, кушайте там рыбку. Вот такие вещи. Очищайте кишечник. Кишечник придет в норму там, да, начнет очищаться и печень, и поджелудочная следом за ними.